ребята, всем привет, с нами СТ. СТ, скажи, пожалуйста, Саша, как тебе сегодня женский показ грузинского бренда Motorelli? Очень здорово, я очень рад за Мариам. Мы давно знакомы еще с той поры, когда она делала для меня фотосеты. Я очень рад, что ее творчество как дизайнера процветает и дает такие яркие красочные плоды. СТ, смотри, я видел, ты сидел с девушкой. Скажи, есть ли от дизайнера одежда у твоей девушки? От Motorelli, я имею в виду. Нет, пока еще нет. Слушай, мы сегодня присмотрели пару платьев. Я думаю, что мне предстоит нормально потратиться в ближайшее время. Если ты там еще не был, то тебе уже пора посетить чудесный портал до утра. Машкины платья, они всегда меня очень вдохновляют, потому что в душе моей живет цыганка. И ее платье – это как раз-таки то, что происходит в моем внутреннем мире. Это буйство красок, эмоций, женственность. И если вы обратили внимание на видео, которое было перед показом, то я прямое доказательство того, что женщина в платье может не просто ходить и красиво в нем стоять, она может ходить в нем по Тверской, лазать по пожарным лестницам, залезать на заборы и перелезать через заборы. Меня зовут Наталья Костенева. Знаешь, я хочу тебе сказать честно, я обожаю русских дизайнеров, потому что это талантливые люди, которые пытаются сделать что-то в России, связанное с модой. Это на самом деле героизм, и я считаю, что у них хорошо получается.